Несколько банок с краской, кисти, метлы и двор в Октябрьском районе Самары превращается в ухоженный, благоустроенный и безопасный. Навести порядок там, где ты живешь, совсем нетрудно, если за дело браться всем миром. Жители домов на Советской Армии, члены общественного совета микрорайона и волонтеры, закатав рукава, взялись за дело. Данная акция, она как раз является показательной в том плане, что здесь именно были объединены усилия жителей, членов общественного совета и волонтеров, которые непосредственно принимают участие в данном мероприятии. В том числе кто-то принес краску, кто-то кисточку, кто-то просто пришел помочь. Поэтому в данном случае эта акция является неким хорошим примером, я думаю, что для всех жителей нашего города. На площадке установили скамейки, убрали мусор, покосили траву, покрасили малые архитектурные формы, песочницу и качели. За полдня двор преобразился до неузнаваемости. Самим приятно, говорят жители. На недавней встрече с общественным советом люди попросили не только облагородить эту площадку, но и заняться другими проблемами, которые взяли на карандаш. На следующей неделе в этом микрорайоне на улице Советской Армии будет засыпана территория, прилегающая к детской площадке, потому что там она находится в неприглядном таком состоянии, будет заведена асфальтовая крошка. Вот. В дальнейшем будут также проведены подобные акции в других дворах. На сегодняшний день составлен большой список тех проблем, которые можно решить, но для этого необходимо определенное время, ресурсы. Ресурсы появятся после выборов 13 сентября, когда в Самаре создадутся районные советы депутатов. И каждый район будет наделен собственным бюджетом на решение актуальных для каждой конкретной территории проблем. Марианна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События.